С международного конкурса с престижными наградами. Ансамбль «Музыкальный коктейль» Пошехонской школы искусств успешно выступили на 6-м фестивале детского и молодежного творчества «Славься, Отечество» в Рыбинске. В этом году конкурс собрал свыше 1500 участников из 12 субъектов России. Как признается руководитель ансамбля Наталья Баскакова, в конкурсе ребята участвуют не первый раз и всегда завоевывают награды. В этом году младший состав «Музыкального коктейля» стал лауреатом конкурса, старший – дипломантом разных степеней. Однако участники коллектива утверждают, способны на большее. В этом году было необычно, потому что, мне кажется, было намного больше народу, разные области, даже из других городов были, то есть масштаб был больше. А, ну, на свое выступление я немного недовольна собой, я могла бы лучше выступить, потому что я знаю, на что я способна, и своим результатом я не совсем довольна.